Награда имени князя Константина Острожского телеканалу «Союз в Польше» может послужить весомым аргументом для включения православного телеканала в пакеты кабельных операторов. Спрос зрителей на российское православное телевидение растет с каждым годом, что и отразилось в решении польского журнала «Православное обозрение» и фонда Константина Острожского о присуждении почетной награды. Подробности из Польши. Награду имени князя Константина Острожского православному телеканалу «Союз» Польши считают заслуженной и надеются на включение «Союза» в сети кабельных операторов региона с православным населением. Только в Бельске-Подляжском и Гайновке, где и состоялась церемония награждения, «Союз» уже доступен по кабельным сетям. Большинство зрителей в других городах Подляжского воеводства и Холмщины смотрит канал через спутник. Однако для многих жителей и спутник недоступен. Или по финансовым, но чаще по техническим причинам. Отмечают руководители Кирилло-Мефодиевского братства, коллеги Союза по награде имени князя Константина Острожского. В многоэтажках очень трудно эту связь получить, потому что вот там есть, скажу так, технические связи, которые иногда исключают вот этот канал. Но в небольших, скажу так, многоэтажках это все работает. И мы очень-очень благодарны каналу «Союз» за вот эту миссионерскую деятельность. Мы очень много узнаем о православии нового, о чем даже не подозревали. Награду православному телеканалу вице-президент Белостока Александр Сосна считает заслуженной хотя бы потому, что «Союз» освещает жизнь православных жителей Польши в большем объеме и разностороннее, чем польские каналы. У нас православная программа по общей телевидению, вы знаете, что это полчаса в воскресенье и по праздникам час. Это может быть в год, не знаю, там 24 часа, которые получаем мы по программе. И завсегда, когда показывают православие, они показывают как что-то иностранное, что-то другое. Польское. Но с точки зрения поляков и точки зрения Римо-католической церкви. А смотря на «Союз», вы нам показываете нас, как мы хотели бы, чтобы телевидение показывало нас искренне, так, как есть. Бывают люди, которые мне сказали, что они, когда стал доступен «Союз», они других каналов вообще и не смотрим, говорят, а мы просто приходим, когда есть время, включаем, и только как телеканал «Союз» у нас дома. Вот у меня лично в моей семье мы смотрим польские каналы для информации, а для духовной, скажу, пищи всегда включаем православный канал «Союз». Это для нас большая поддержка в наших церковных разъяснений многих проблем. То, что вы круглосуточно вас можно смотреть, человек на работе, после работы не дремлет. А вас, когда человек желает, тогда может включить телевизор и смотрит. За это вам благодарность. И приезжайте к нам, снимайте нас, а потом показывайте во всем мире. Православный канал «Союз» в последнее время нацелен на выстраивание межправославных отношений. Может показать всю палитру мирового православия, и география вещания позволяет ставить такие задачи, так как охватывает 107 стран мира. Поэтому награда имени князя Константина Острожского особо важна, как международное признание. Мы сейчас работаем над тем, чтобы развить корреспондентскую сеть и в странах Европы, Бог даст, и в Америке. Награда такого уровня, международного уровня, это, конечно, с одной стороны, очень почетно, а с другой стороны, это на нас возлагает дополнительные обязанности. Почему? Потому что нас уже заметили на международной арене, и, соответственно, мы плохо работать уже не можем. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Польша, Гайновка.